Барбус. Аквариумный аэратор. Всем известно про долю ангелов. Когда настаивается самогон в бочке, в дубовой, то через микропоры древесины за месяцы настаивания часть спирта улетучивается. Так называемая доля ангелов. Но когда мы настаиваем самогон на дубовых чипсах, в данном случае у нас односолодовые виски, которые мы сделали из квасного концентрата. Но мы ангелов тоже уважаем. Мы тоже дадим им прибухнуть. Мы произведем аэрацию самогона аквариумным аэратором. Ну, по сути, это воздушный насос. Трудно одной рукой снимать и манипулировать с гаджетами. Итак, Viva Ангелы. Ну, собственно, раз в 3 дня аэрируем напиток воздушными потоками. 5-10 минут раз в 3 дня. Напиток будет слаще, мягче. И ангелам достанется немножко прибухнуть. Золотой ключик для утяжеления.